Здравствуйте. Представляем вам установку поверхностной плазменной закалки УДГЗ-200. Данная установка уникальная. Это российский разработчик, который позволяет нам производить закалку на открытом воздухе, без охлаждений, без отпусков. Возможно, закалка даже низкоуглеродистых сталей, сталь 15, 20 и выше. Мы давно уже не посещали выставки и соскучились. Не только мы, но и наши клиенты. И готовы вам продемонстрировать работу нашей установки. Установка очень компактная и мобильная. То есть мы используем газ-аргон. Условно, возьмем сталь 20, да? Как вы видите, очень быстро провели горелкой, да, и получили вот закаленный участок. После охлаждения можно замерить твердость, то есть это сталь 20, до закалки где-то 100 единиц, после закалки получим там 300-350 единиц по Бринелли. Очень удобная и уникальная установка. Как вы оцениваете аудиторию посетителей мероприятия, что это за люди были, как пообщались первого дня? Да. Аудитория очень, скажем так, насыщенная, приходят очень крупные организации, такие как КАМАЗ, МАЗ, Урал, то есть и очень много других производителей, металлургов. Данная вот установка им очень интересна, сама технология, то есть позволяет заменить традиционную, то есть печи, индуктора. Мы как бы очень довольны этой выставкой, то есть познакомились с многими, то есть обзавелись контактами.